работу в такси. Я еду, как-то скучно, включил радио, и там Филипп Киркоров пел, потом другие знаменитые артисты песен. И мне понравилось с ними подпевать. Они мне говорили не один раз: вы нам дали очень большой позитив на целый день, было плохое настроение, большое спасибо говорили и желали удачи в работе, чтобы все было хорошо. Я вообще не ожидал, что таксисты вообще молчаливые обычно. А этот прям настроение поднял. Прям вообще неописуемо просто было. Очень хорошее настроение, целый день прям держалось. И там тоже стоит, улыбается мужчина. Я говорю: в чем дело? Говорю. Он мне говорит: это вы видео пели? Говорит. Я говорю: да. Потом вот мы сейчас ехали с Белялом, мой постоянный клиент, с Кимом. Мы выезжали на улицу Гагарина, там светофор. Мы стоим, я пою песню. И смотрю, улыбается рядом сидящий парень, тоже таксист. Я выключаю магнитофон: что там случилось? Он говорит: вы звезда интернета, говорит. Он говорит: вот так, молодцы, говорит. Вот так вот во многих местах уже узнают.